Боже, прошу полтинник. После детства уже душою все трудней раздеться. Уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором все тебе уже не жарко, где молодости есть не судьба. Где молодости вести не судят. Уже старушки кажутся родными, а девочки как куклы заводные. И Моцарта усмешка все слышней, уже уходит за полночь соседей. Не выпьем его, и торт мы съедем, и мусор выносить. Иду в кошмар, и мусор выносить, иду в кошмар. Дом наш как-то туча забыла и стекла, со стекла. Мы свои дожди переживем, я да ты вдвоем. Прошло лет 30 после школы, и мир моих друзей уже не молод. Не обошли нас годы стороной, но ночь темна, а день, как прежде, светит. Растут у нас и вырастают дети. Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. После свадьбы уже не мчимся в гости, на ночь глядя, и бабушек приходим навестить на день рождения раз, и раз в день смерти, а в третий раз сжимает сердце желание ночами побыть. Сейчас, секунду.
Вы писали сценарий, вот. Честно. Вы будете реагировать или нет? Или вы будете сидеть? Нет, я не буду. У меня аплодисменты, мне хотят какие-то ха-ха, интересно. Так, я не понял. О-о-о-о! Так вот. Так вот. Вот, наконец, вот этого я и хотел. Так вот, мы написали сценарий. Да, но писать сценарий — дело неблагодарное. Потому что ты пишешь одно, а получается совсем другое. Так вот, вот то, что сейчас вы слышали, то, что видели на экране, это все, конечно, замечательно. Но вы пришли, наверное, на юбилей. Это не юбилей. Да, простите. Какая команда здесь. Это не юбилей, это день рождения. Поскольку я не могу, не в состоянии вместить у себя дома такое количество людей, мы почему-то решили сделать вот так вот в моем родном театре, в одном из родных театров. Ну, я потом все объясню, ладно, какой из них родной, какой не родной. Я оставлю вот этот вот сценарий, который написан моим другом, он сидит там вот где-то, я его не вижу, в осветительской будке. Да. Я буду подсматривать, Костян, чтобы понять, что мне говорить дальше, потому что, повторяю, писать благодарно, потому что мы пишем одно, надеемся на одно, вдруг нам говорят, этого не будет, будет другое, будет, и другого не будет, будет третье. Поэтому, что я хочу сказать, маленькая будет преамбула. Что такое «Возвращаюсь»? Правда, мы долго спорили, почему такое название. Возвращаюсь. Улица Кедрова, дом 16, корпус 1, квартира 49. Это улица, где я родился. Я думаю, что у каждого сидящего здесь в зале есть такая улица. Вот, Анатолий Михайлович, я вас вижу. Привет, привет. Это Мукасей. Вот и 16 метров здесь. И Рупопор здесь. Вот, улица. Так вот, я говорю, у каждого из нас есть та улица, на которой мы родились. У каждого есть свой город, мы поменяли города, кто-то поменял улицы, кто-то уехал из города, кто-то... вот она... Почему возвращаюсь? Спорили по поводу названия. Говорит, никто не поймет, ерунда какая-то, зачем ты это делаешь? Кто-то говорил, Домогаров, зачем? Кто-то Саша, сам Юрий, зачем ты это делаешь? Я говорю, ребят, мы думали спектакль не вернет меня домой. Спектакль не вернет меня туда, к моим маме, папе, к моей квартире, к моим ощущениям детским. Я точно знаю, что здесь в зале 22 человека, которые закончили школу в 1980 году. Вы здесь встаньте хотя бы! Ну встаньте, борцы, я хочу вас видеть! Я вас не вижу, дайте свет в зал. Ну покажитесь, вот одна ножка вижу. И одна что? И одна пришла, почему ты я? Вот эти люди знают, что такое улица Кедрова, дом 16. Вот, и что так? Подождите, вы рано еще. Это как раз мой класс и пришел. Вот это самое интересное. Подожди, мне туда вот лезть через всех. Ваша промо. Спасибо, Рада. В общем, вот эти люди точно знают, что по улице Кедрова, дом 16, корпус 1, квартира 49. Да, это моя квартира, я никогда ее не называл, 49. Я еще хотел телефон написать, 124-48-54, по которому у меня нашла Светлана Сергеевна. По этому телефону нашел меня Кофман. По тому телефону, по домашнему. Без всяких кодов, без плюс 7, 9, 8, 5, без вот этой фигни всей. А вот просто вот набрали 124-48-54 и все. И получилась такая история. Я так подумал, сценарий больше мешает. Вот. Чтобы не отвлекать вас дальше, мы сейчас переходим к песне, которая называется «Бульварный роман». Объясню такое, что такое. «Бульварный роман» — это про Одессу. Папа был вынужден переехать с бабушкой в Одессу. Это было давно, не надо сейчас реагировать, сейчас другое время. Они давно приехали, еще там, до
до событий. Юрий. Не этих событий, до других событий. Так вот, с Одессой связано очень много. С Одессой связано очень много хорошего и доброго, и детского, и теплого. И хочется об Одессе говорить всегда и очень тепло, потому что это детство, это мой отец, уплывающий с пирса от Филатовской больницы куда-то в море. Я его терял, потому что он очень хорошо плавал. И уплывал, и все, я его не видел. Он приплывал, а я плакал. Он говорит: что ты плачешь? Я говорю: я тебя потерял, папа. Вот. И он вот эти воспоминания. Поэтому бульварный роман, мы готовы? На память оставим.
если сразу тоже. Следующая песня. Я пел Марк Мануш Бернес, Ярославль. Ну, так случилось тоже. Вот все сплетается в этой жизни. Марк Мануш был отчасти дружен с моим отцом, но не отчасти, а дружен. И я очень благодарен Тимуру, что он мне дал эту песню спеть, потому что, ну а кто? Я же пел другой исполнитель, между прочим. Записывал для другого, да, но ну, так и скажешь, что для другого исполнителя. Ну ладно, попробуем спеть. А, называется «Темная ночь». Ничего не случится.
ничего не случится. Ничего не случится. Хочу разрушить эту стену. Невозможно, вы сидите, как на концерте. Вот корзинка. Если возникнет вопрос, только аккуратно, ладно? Ну, так, цивильно передавайте записки. Если надо будет, я отвечу потом. Даня, можно? Что, чтобы деньги стали? Да, я говорю, главное не начать так плохо играть, чтобы деньги стали. В смысле, уходите, уходите. Следующим номером нашей программы, просто маленькая зарисовка, мы были на гастролях в Тбилиси с театром Совета, с трилогией Кончаловского. И последний спектакль заходит продюсер и говорит: ты только сейчас сядь. Я говорю: я сижу. Он говорит: ну, в зале твоя сестра. Расскажу предысторию. Я их потерял 35 лет назад. У нас моя сводная, младшая сестра Мако, Тарико, средний брат, Ляка, старшая. Я их потерял 35 лет назад. Я не знал, где они, я не знал, что с ними. И после спектакля открылась дверь, я сидел спиной к входной двери в примерную, раздался вот такой голос: ну привет. Я говорю: Мака, даже вот как будто этих 35 лет и не было. Поэтому, слава Богу, здесь в театре у нас есть замечательная актриса Лили Балгашвили. Она в зале или за кулисами, я тоже понятно. Где ты? Где ты? Я здесь, где ты? А, ты здесь. Вот. Лили, спасибо тебе большое. Песенка из кинофильма «Мелодии». Ну вот тебя не слышно. А, микрофончик. Здравствуйте. «Мелодии Верийского квартала». Вот это посвящение всем... всем нашим родственникам, вообще всем, во всех странах мира, во всех государствах, во всех городах и весях. Давай, Лили. Thank you.
Какие таланты в театре? Я просто вижу, что какие-то очень сумрачные люди сидят в стенде. Какие-то просто такие очень такие... Не наливают просто. Ну, пожалуйста, кто хочет, может выйти в буфет. Что-что? Просто меня любите? Так серьезно любите, что с такими вот этими вот это вот. Ну-ну, давай, еще что покажешь сейчас. Что-что? Не-не-не, сейчас будет серьезно, стоп, сейчас переходим. Фиклянка, я вижу тебя, да, не надо, все я вижу, да. Мы переходим к серьезу, небольшому серьезу. У нас была такая программа, называется «Времена года». Просто все спрашивали, а с чего вы вообще взяли, что вы умеете петь, и вообще зачем вы все это делаете? Я до сих пор не могу ответить. Ну, просто у меня Тимур. Ну, давай откроем тайну. Ты, в общем, меня сбил с пути истинного, да? Да. Я вам так сказал, Александр Юрьевич, чем вы все играете в кино и в кино? Все. В театре. Займитесь делом. Займитесь делом, на цикл. Так вот, мы сделали такую программу. Я заканчивал музыкальную школу. Конечно, вы не представляете, что было на репетициях, когда ребята за 2 часа, 3 часа делают песни. Просто вот берут ее с ног на голову, переворачивают, и получается, ну, какое-то вот для нас произведение, да? Вот, и... Музыка, да, музыка, но что внутри музыки? Что за стихи внутри музыки? Вот сейчас перейдем к блоку левитанский, вертинский и Блашал Чапуджан. Левитанский, фронтовик. Человек, который закончил победителем войну, сел в эшелон и поехал домой. И вдруг он понимает, что он проезжает мимо своего города насквозь, и его везут на другую войну. А он победитель, у него вся грудь в орденах. А его не спросили, повезли воевать в другую сторону. Он пишет стихи, он сжигает мосты. Мы каждый строим мосты, каждый сжигаем по-своему мосты. Мы наводим мосты, мы их также уничтожаем, эти мосты. Я позже скажу, если хотите, или могу сразу, потом блоком пойдем. Булат Шалыч, Акуржава. Ну, вот старшее поколение знает, что, ну... такой Булат Шалыч. Ну, не было человека, который не знал, кто такой Акуджава и кто не слушал Акуджаву. Мы взяли сегодняшнюю программу посвящение Высоцкому. То есть гений посвятил песню гению. Наверное, это дорогого стоит. О Вертинском говорить, ну, мы сейчас не на лекции, да, о Вертинском говорить. Антон Михайлович, я взял белую перчатку. Я взял белую перчатку. Поэтому начнем мы. Кто слышал, тот знает. Сжигаем мосты! Горящими листьями пахнет сад.
прощайте, я больше сюда не приду. Пепельница, бумагу, чернил, листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернил, листы. Тяжелеет рука, бигфордовым шнуром пепельница строка. Последние листья, деревья, листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернил, листы. Тяжелеет рука, бигфордовым шнуром. Прощальный свет жаль обряд, осенние листья, как порох горят, и капли на стеклах, как слезы чисты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад. И нужно уже не вернуться назад, до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад. Иду, чтоб уже не вернуться назад. Дорога не зеленой, последней звезды. Сжигаю мосты. Поплачу.
аист московский на черную землю спустился. Концерт Анатолий Михайлович Мудрецвик, великий оператор, который снял «Береги сердце», на днях был Вячеслав Секретин. Он сказал: «Все хорошо, Сашка, но когда Вертинского поешь, перчатку на левую руку один, поскольку она у тебя рабочая, ну и...» Александр. Надоел песню в душу разбазаривать, из концертов возвратясь к себе домой. Так приятно вечерами разговаривать своей умненькой, веселенькой женой. И сказать с улыбкой нежной, незаученной: «Ах ты, чижик мой бесхвостый и смешной! Ничего, что я устал и замученный, и немножко сумасшедший и больной. Ты не плачь, не плачь, моя красавица, ты не плачь, женулечка, жена. В нашей жизни многое не нравится, но зато в ней столько раз весна». Чтоб терпеть мои актерские наклонности, нужно ангельским терпением обладать, а прощать мои дежурные влюбленности, в этом тоже надо что-то понимать. И целую ей затылочек подстриженный, чтоб вину свою загладить и замять. Моментально притворяешься обиженным, начинаю потихоньку напевать: «Не плачь, не плачь, моя красавица, ну не злись, женулечка, жена. В нашей жизни все еще поправится, в нашей жизни столько раз весна». А потом пройдут года, и вами брошены, постаревшие, жалкие и смешные, никому уже не нужны и изношены, я, как прежде, возвращусь к себе домой и скажу с улыбкой жалкой и заученной: «Здравствуй, чижик, единственный и мой».
ничего, что я усталый и замученный, одинокий, позабытый и больной. Ты не плачь, не плачь, моя красавица, ты не плачь, женулечка, жена. Наша жизнь уж больше не поправится, но зато в ней ведь была весна. А когда наступит утро, я приду бульваром сон, где вы смуты, даже дети, убегают от меня. Я усталый, старый клоун, я машу мечом, как дом. И в лучах моей короны умирает свет дня. Свинят гудят жазбанды, танцуют обезьяны и бешено встречают. Тихо спрыгну, жёлтый ангел, и сказал: «Маэстро, бедный, вы устали, вы больны». Говорят, что вы в притонах по ночам поёте танго. Даже в нашем добром небе были все удивлены. И закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, вытирая фраком слезы, слезы горя и стыда. А высоко в звездном небе догорали божьи свечи, и печаль желтый ангел тихо таял без следа.
Работа, смотрите, что вы в нашем сценарии.